В интернете кипят страсти вокруг участников скандального видео, которое было опубликовано 27 января 2021 года. На записи запечатлено движение свадебного кортежа. Отчетливо видно, как водители автомобилей двигаются по улицам города и грубо нарушают правила дорожного движения. За это водители задержали и привлекли к административной ответственности. При изучении видеозаписи сотрудники полиции выяснили, что нарушения ПДД имели место 23 января текущего года на проспекте Джамбыла. В результате к административной ответственности привлечены 5 водителей. В общей сложности на них составлено 15 протоколов об административных правонарушениях. В частности, если жена водителя автомашины Rolls-Royce Phantom составлено 2 протокола, то водитель автомобиля ВАЗ-2114 привлечен к административной ответственности. Также в отношении водителя транспортного средства марки «Лада» Приора составлено 3 протокола за нарушение правил дорожного движения. Водитель Mercedes-Benz 300 совершил сразу 4 административных правонарушения. Стоит отметить, ведутся разыскные работы по привлечению к административной ответственности других водителей, участвовавших в вышеупомянутом свадебном кортеже.